Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам покажу мои пустые баночки за ноябрь-декабрь 2023, последние два месяца. Итак, начнем. Буду показывать все в разнобой. Так, закончился у меня вот такой шампунь от Эльвив Лореаль с гиалуроновой кислотой. Вот. Неплохо очищает волосы, понравился одушка. Потом закончилась у меня вот такая мицеллярная вода Клининс, тоже нравится, хотя сейчас на эту мицеллярку подняли цену. Так, закончился у меня вот такой дезодорант от Бриз. Потом от Avon закончился у меня вот такой спрей для волос. Там типа для расчесывания. Хочу сказать, не понравился вообще. Теперь понятно, почему вот такой формат 200 мл. Потому что здесь надо очень много нанести продукта на волосы, чтобы их нормально расчесать. Так, дальше закончился у меня вот такой шеллак от Мисауда номере 131. Закончилась у меня база от Мисауда. Это старый дизайн. Так, потом закончилась у меня вот такая мицеллярная вода от Венус. Еще одна мицеллярная вода от Венус. Это мои самые любимые. Потом еще одна мицеллярная вода от Клининс. Потом закончился у меня вот такой дезодорант от Dove с черникой. Это черника, да? Потом закончилась у меня вот такая маска от L'Oréal Elvive. Хорошо ухаживает за волосами. Так, дальше закончились у меня две пудры. Одна от Дебора. Она была прозрачная, белая, хорошая. И моя любимая от Rimmel Stay Matte в 0,3 оттенке. Хотя она чуть-чуть темновато для меня. Я предпочитаю или первый номер, или второй. Так, закончилась у меня прозрачная база от Хайду. Это шеллак. База от Мисауда. Так, дальше у меня закончилась пудра от Avon. Это у нас Avon True. Это у нас самый светлый оттенок, если я не ошибаюсь. Ничего такое, не повторю. Так, дальше. Ой, что-то у меня тут подтекает. Так, дальше у меня закончился лавандовый цвет в шеллаке. Вот этот от Хайду. Потом закончился у меня красный. Так, дальше у меня закончился прозрачный лак от Rimmel. Хороший, кстати. Быстро засыхает. Так, дальше закончился у меня, подождите, точно он у меня закончился? Да, закончился. Блин, походу у меня подтекает, ладно, ничего. Закончился у меня вот такой шеллак в 105 номере от Мисауда все время. Вот этот от Мисауда в 130, это уже обновленный дизайн. Так, дальше закончился у меня вот такой розовый. Он прямо так называется, Барби от Хайду. И закончился вот такой у меня шеллак от Хайду Ван Гог. Это с блестками. Так, дальше закончился у меня вот такой тональный крем от Avon. Я его в основном использовала на шею и на лоб.
Здесь есть защита 30. Вот, поэтому это мои самые проблемные зоны, поэтому я использовала именно на эти части лица. Так, дальше закончился у меня вот такой аромат от Avon. Миниатюрка Rare Flowers, вроде бы, называется. Так, это у нас версия Solar Narcisse. Так, дальше потом у меня закончилась еще одна миниатюрка от Frozen. Это тоже от Avon. Было три парфюмчика. Это вроде бы последний. Так, дальше у меня прошлый раз я вам не показала. Вот такой у меня пробник закончился от Lancôme. Благодаря этому пробнику я себе купила тональный крем. Вообще классный. SPF 35, защита солнечная. Вот. Он вроде бы стоил, если я не ошибаюсь, в районе 40 евро. Вот. Так, закончился у меня вот такой... Что это такое? Подождите. Крем для проблемной кожи от La Roche-Posay. И... Я пока что его не поняла, я просто его использовала как ночной крем. Потом вот такая маска для волос, одушка ужасная, типа для блеска волос. И выбрасываю вот этот консилер для проблемной кожи от Avon. Мне не нравится одушка. А, вот нашла еще один. Так, давайте я вот это сюда чуть-чуть положу. Ну что, так, спецэффекты. Потом закончился у меня вот такой еще 15 миллилитров аромат от Frozen. Я не знаю, куда еще третье дело. Так, начинается. Вот такой пробник от Guerlain Flora Selvaggia. Не поняла, к сожалению. И вот такой аромат, точнее пробник от Versace, фиолетовая версия. Для меня это просто обычный компот за дорогие деньги. Своей цены он не стоит. Вот. И закончился у меня в 100 мл аромат от Salvatore Ferragamo Incanta Charm. Вот. Так, это все, что у меня закончилось за 2 месяца. Вот. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И всем до новой встречи. Пока.